This evening I'd like to start a weekend seminar on the topic of how to make how to practice tantra effectively. Uh сегодня вечером я хотел бы начать семинар, который продлится все выходные, его тема как практиковать тантру эффективно. And this is uh, important for those of us who are involved already with tantra practice. И это важно для тех, кто уже занимается тантрической практикой.

The first thing that uh, we need to know is uh, what actually is Tantra. What is the uh, aim of uh, Tantra? And how does it achieve that uh, goal? Well, the aim of Tantra is uh, to attain the enlightened state of a Buddha, like uh, all other Mahayana practices. А цель тантры, как и в других практиках махаяны, это достижение состояния Будды, просветленного состояния Будды. And, uh, we're here about our own state of и здесь мы имеем в виду наше собственное личное просветление. И, как и в мы хотим этого, чтобы быть помочь всем. И как и в других практиках Махаяны, мы стремимся достичь этой цели для того, чтобы наилучшим образом помогать другим. Далее, каким образом мы хотим достичь этой цели? Для этого мы используем определенно и все методы, которые изложены в учениях сутры. Но в дополнение к ним мы хотим еще пользоваться и дополнительными методами. So it's Очень важно знать, что сутра и тантра uh, не противоречащие друг другу или не альтернативные пути, у которых uh, якобы нет ничего общего. Everything that is in sutra practice is in tantra practice, although not everything in tantra practice will be found in sutra. Uh, все что есть в практике также и... Now, what uh, helps us to understand what is actually going on in tantra is uh, the actual word tantra. И чтобы понять, о чем говорится в тантре, мы можем воспользоваться самим словом тантра. And, uh, has, uh, two word in Sanskrit. Санскритское uh, слово тантра имеет два значения. Uh, it uh, is uh, on one level it means an everlasting stream of continuity

И кроме вот этого первого значения, то есть потока, который продолжается в бесконечность, второе значение – это те веревки, которые натянуты в ткацком станке, которые используются, когда ткач придет на этом станке. Now, when we talk about, uh, an everlasting continuum, we have uh, three levels of that. И когда мы говорим об вечном потоке, есть три уровня таких потоков. Есть уровень пути, уровень uh, сначала uh, есть уровень основы, уровень пути и уровень плода. Базисный уровень относится ко

Uh, который uh, движется, uh, который продолжается от момента к моменту без начала и без конца, то есть вечно. Это основа, которая у всех у нас есть. У всех существ, не только у людей. insect mind. В одной жизни мы можем родиться человеком, в другой жизни насекомым или любой другой формой жизни, у которой есть ум. To do with an И когда мы говорим об уме. Имеется в виду, что у этих существ есть кармические импульсы или намерения, то есть намерение что-то делать. So or or like то есть мы не имеем в виду под существами камни, растения и так далее. But in any case, that's the basis. В любом случае такова основа. All these Это все факторы природы Будды. And uh, we'll look more closely at that. But uh, I want to present first the structure. Then uh, the uh, path uh, is uh, referring to uh, a type of practice that uh, we can do, which uh, uh, the elements or aspects of it also have no beginning and no end. So as a continuum.

Поскольку у нас есть uh, на уровне основы все эти факторы природы Будды, но они не функционируют uh, полноценно. Uh, поскольку у нас есть uh, различные препятствия или омрачения, которые затемняют uh, эти uh, факторы и не позволяют им функционировать полностью, они ограничены. So we need a practice that is going to enable us to get rid of these obscurations, get rid of these blocks, and uh, uh, strengthen these uh, as Buddha nature aspects so that they'll function fully. И наша практика направлена на то, чтобы устранить эти препятствия или омрачения или блоки и uh, раскрыть качество природы буду для того, чтобы они функционировали полностью. efficient practice help purify away these difficulties, метод uh, 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 has some sort of continuity. И нам нужны методы, которые позволят нам устранить эти омрачения, причем такие методы, которые работали бы непрерывно, которые бы работали вечно, и именно такие методы и содержатся в тантрической практике. Mm. And again, we'll look at that more и опять же, мы к ним более подробно еще вернемся. What that is to. Uh, что имеется в виду под этими методами? And on the resultant level, what uh, we want to uh, attain or achieve is the enlightened state of a Buddha, in which all these qualities and aspects are functioning fully, and we want that to be a continuum that goes on forever. Uh, далее плод, который мы стремимся достичь, uh, это состояние, когда все эти uh, аспекты природы Будды функционируют полноценно, и опять же, это состояние длится непрерывно, вечно. So tantra is basically a very efficient method for purifying away the uh, obstacles that prevent our Buddha nature aspects from functioning fully as a Buddha. That's what tantra is all about on a very, very uh, what should we say, fundamental level. Uh, таким образом, Uh, полностью очистить uh, наши факторы природы будды так чтобы они функционировали наиболее полноценно factors, итак если мы рассмотрим что это за факторы природы будды есть несколько разных uh, видов изложения этого материала и One uh, important uh, uh, presentation of it is that uh, we have two networks, sometimes called the two collections.: важное, uh, том, нас, uh, hmm. We have uh, a network of uh, positive force that's sometimes called the collection of merit. Итак, это система положительной силы, которую uh, также называют накоплением заслуг. And we have a network of deep awareness, sometimes called a collection of, what is it called, wisdom or insight, something like that. Uh, и также uh, система глубокого осознавания, которую также называют накоплением мудрости. So, what is that talking about? How can we have these with no beginning? Uh, и, uh, соответственно, вопрос в том, uh, uh, As I said, we are uh, having a mental continuum, being a what's called a sentient being, which actually means a limited being, being with a mind that is limited. and We don't mean, you know, um, mentally deficient or something like that. It just is not able to function fully. Итак, есть поток ума чувствующего существа или ограниченного существа. То есть у этого существа поток ума ограничен, его способности ограничены. Это не значит, что поток его ума ущербен. Просто он сейчас не функционирует на полную мощность. Now that uh, mind, you know, mental activity, moment to moment to moment, is able to know things. We have the ability to know things. Uh, этот ум обладает способностью uh, познавать явления от момента к моменту. То есть у нас есть способность познавать. Но эта способность познавать ограничена. Она uh, как бы окутана облаками. У нас есть... Называют, and uh, basically, this means either we are just uh, uh, unaware, we don't know cause and effect, you know, what's the effect of our behavior, and we don't know how we exist, others exist, everybody exists. We just don't know that. It's not obvious. И говоря в целом, имеется в виду, что мы не знаем uh, о причинах и следствиях, то есть о том, что у нашего поведения есть определенные последствия, и не знаем, uh, как существуем мы, как существует все остальное. То есть для нас это не очевидно. Или у нас uh, есть неправильное понимание. Мы думаем, например, что, если

We don't understand that uh, treating somebody unkindly is going to just bring more unhappiness and problems for ourselves, or we think if I you know exploit them somehow, I, could, I will be happier. So either we don't know the result or we know it in an incorrect way. Uh, мы можем не знать о том, что если мы накричим на другого человека, uh, это принесет только проблемы, или мы можем думать, uh, например, что если мы кого-то заставим для нас что-то сделать, то мы от этого станем счастливее. То есть мы либо не знаем, либо uh, знаем, но неправильно. Или или мы можем думать, что загрязнение окружающей среды на самом деле ни на что не влияет, но это очевидно не так. Terms all that, uh, isolated, uh, или это может быть uh, неосознавание реальности, то есть мы Uh, не знаем, что все явления существуют не отдельно, а на самом деле они взаимозависимы, или, опять же, у нас может быть uh, неправильное понимание этого. And we uh, have all sorts of disturbing emotions based on this И из-за этого неосознавания у нас появляются многочисленные беспокоящие эмоции. So we have uh, greed and attachment жадность и привязанность, страстное желание, например, что-нибудь заполучить, мы думаем, что это сделает нас счастливыми, гнев you know, и отвращение, нам кажется, что если мы от чего-то избавимся, от чего-то Uh, себя оградим, то таким образом мы станем более защищенными и более уверенными. И наивность, когда нам кажется, что uh, если мы не будем участвовать в происходящем, если мы просто закроемся и сделаем вид, что ничего не происходит, то uh, таким образом мы станем счастливее. And on the basis of these uh, disturbing emotions, then we act in either destructive ways or it could be even constructive ways. But behind the constructive ways, there's naivety. I'll be nice to you so that you'll love me, that uh, you know, I'll feel needed, or something like that. И из этих беспокоящих эмоций мы поступаем uh, либо разрушительно, или даже мы можем поступать созидательно, конструктивно, uh, но за нашим созидательным поведением стоит uh, беспокоящая эмоция. Например, мы что-то делаем для того, чтобы другой человек нас любил, или чтобы мы чувствовали себя нужными кому-то. You know, uh, call it. And it, uh, uh, brings about various the habits и действует таким образом то есть исходя из этих беспокоящих эмоций а эти действия называют кармическим поведением мы накапливаем карму и соответственно кармические последствия а именно тенденции привычки и потенциалы So. From acting constructively, builds up what I would call positive force or positive potential. That's usually translated as merit. And from acting negatively, destructively, builds up negative force, negative potential. That's sometimes translated, unfortunately, as sin. But uh, merit, sin, these don't really give the proper connotation. We're just talking about positive force and negative force positive potential, negative potential. И если мы действуем созидательно, то мы накапливаем положительную силу или положительный потенциал, то, что э, переводит так же, как заслуга. Действуя разрушительно, мы накапливаем отрицательный потенциал или отрицательную силу. И это, к сожалению, часто переводит как грех, но на самом деле это не очень удачный перевод. Заслуга и грех. Эти слова имеют несколько другую коннотацию. Здесь просто речь идет об определенной силе или потенциале. So it's positive uh, force or positive potential to be able to experience our ordinary type of happiness and to be able to experience the so-called better or more fortunate types of rebirth, human, etc. Это положительная сила или потенциал, благодаря которому мы впоследствии испытаем счастье и получим благоприятные перерождения, например, в

И также переродимся в uh, низших мирах, например, uh, животным или uh, призраком или голодным духом. Now, Uh, то есть мы говорим и о uh, уровне счастья и несчастья, потому что в разных видах перерождений uh, присутствует как счастье, и, так и несчастье. И, соответственно, uh, эти потенциалы они влияют uh, и на наше рождение в высших или низших мирах, и на uh, наш уровень счастья. And we all uh, uh, experience, sometimes we're happy, sometimes we're unhappy, Different levels of that, you know, it doesn't have to be intense, but we all experience that. So that indicates that uh, we all have some sort of positive force and some sort of negative force, some positive potential, negative potential. И это означает, что у нас uh, есть uh, как положительная сила или положительный потенциал, так и отрицательная сила или потенциал. And what happens is that we have disturbing emotions as well. We already mentioned that. Uh, И, как uh, я уже упоминал, что происходит, если у нас возникают беспокоящие эмоции. And these disturbing emotions are what is going to activate these potentials to bring about a next rebirth. Uh, depending on what cluster of potentials, it will be a better rebirth with better circumstances, or not such good circumstances, worse rebirth with better circumstances, or not such good circumstances. Uh, эти беспокоящие эмоции активизируют uh, наши кармические потенциалы, и в зависимости от того, uh, какого uh, типа кармический потенциал был активизирован, uh, мы получаем перерождение в более благоприятных или в менее благоприятных uh, мирах. So what uh, is uh, uh, relevant here in terms of our Buddha nature factors is positive force, the positive network. And since we have beginningless, you know, rebirth, so beginningless time, so all these positive forces network together. That's why we call it a network. It's not just a, 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 a collection of things that are unconnected with each other. И когда мы говорим о природе Будды об этих факторах, которые есть у нас с безначальных времен, они представляют собой это положительные факторы, которые представляют собой единую систему, как раз вот эту систему положительной силы. Важно, что это не просто какие-то отдельные не связанные между собой факторы, а они интегрированы в единую систему. Because it uh, can, uh, you know, if it's a, in a more pure state, not mixed with confusion, then it could give rise to the type of happiness that a Buddha has. Can contribute to that, I should say. И uh, это положительная система, uh, система положительной силы. она является фактором природы Будды, поскольку uh, в своем чистом аспекте она приведет нас к чистому счастью Будды. Или, скажем так, uh, она будет одним из факторов, которые нас приведут к uh, полному счастью Будды. Words, Другими словами, мы можем работать с этой системой для того, чтобы достичь uh, счастья, состояния Будды. And This uh, positive force, as I said, when it's activated by disturbing emotions, can give rise to our ordinary appearance in one of these better uh, states of rebirth. Say, as a human. Yeah, эти положительные потенциалы, если они связаны с беспокоящими эмоциями, они приведут к рождению в одном из высших миров, например, в мире людей. But if it's Purified, we get rid of uh, the uh, disturbing emotions and so on, it could uh, be the cause that's going to give rise to pure body of a Buddha. Uh, но если мы очистим их от беспокоящих эмоций, то они станут причиной достижения чистых тел Будды. So this uh, network of positive forces, one of our Buddha nature factors. Uh, итак, эта система положительной силы является одним из uh, факторов нашей природы Будды. And we also have the second network of deep awareness. Система, система and there are many levels of deep awareness that uh, can be included here. Включить, uh, but on the most basic level, it's referring to the various ways in which the mind works, mental activity works, in any rebirth state. И на самом основополагающем уровне это а, те а, виды, это различные а, способы работы нашего ума в а, любых перерождениях. И если не вдаваться в технические подробности. Как работает наша умственная деятельность? Она может вбирать в себя информацию. It's able to uh, uh, put Some information uh, together in equal categories, so it can understand things. Она может раскладывать информацию по категориям и благодаря этому возможно понимание разных явлений. Like, uh, being able to see two things equally as being food, for example. Например. Even a worm can do that. Например, мы видим, что uh, вот эти два предмета, перед, которые перед нами находятся, оба они Uh, еда, the ability to know things individually. You know, I can know this bottle of water individually within everything that I see, for example. I mean, anybody can do that.

И uh, если передо мной стоят две бутылки воды, я могу выбрать одну из них, указать на нее и uh, познать ее в отдельности. И мы можем это делать. Наш ум работает таким образом. And I uh, another thing that mental activity can do is to uh, know how to engage with something, how to use something. So I know that uh, if I put this, you know, to drink this water, I need to lift the bottle, take the cap off. Следующий вид uh, работы нашей умственной деятельности. Uh, мы знаем, что можно сделать с тем или иным объектом. Например, я знаю, что чтобы выпить воды, мне нужно поднять бутылку, открыть крышку и начать ее заливать себе в рот. То есть я знаю как есть или пить точно так же, как и например червь. То есть наш ум работает именно таким образом. things water, water. call water. With the word water. И мы знаем, чем является, какое явление. Для этого нам даже не обязательно его обозначать словом. Например, червяк точно так же знает, что перед ним вода, когда он сталкивается, ему не обязательно называть это каким-то словом. So, this is... You know, on a basis level, we would call this basis type of deep awareness. It's very deep. It's, it's what should we say, very fundamental. Deep here uh, means very fundamental. In some cases, it can mean profound. In this case, it means и слово глубокий в данном случае означает фундаментальное или «основополагающий». То есть слово глубокий также может значить, что нечто очень осмысленное или нечто очень продвинутое. Но здесь слово глубокий просто означает основополагающее. То есть в целом наш ум работает вот именно таким образом. И у всех нас uh, эти способности есть, uh, они присущи нашему уму на самом uh, таком общем уровне, то есть uh, мы знаем, что наш ум работает именно так. But these are limited now. Но сейчас эти способности ограничены. They're not working at their fullest level of efficiency. Они не работают полностью эффективно. Uh, it is very simple, able to uh, take in uh, information, but uh, how many of us uh, really could uh, remember what everybody in this room is wearing and uh, all of that? So although the information comes in, we're quite limited in dealing with it. Это довольно просто. Например, хотя мы получаем информацию о том, во что одет каждый человек в этой комнате, и мы в принципе можем это знать. но сможем ли мы действительно вспомнить это действительно ли мы uh, можем uh, сказать вот во что одет тот или иной человек то есть хотя мы получаем всю информацию наша способность uh, ей оперировать ограничена but this, uh, net network of deep awareness you know because we have many moments of them so they network together uh, when it, the um, limitations are removed it can function fully as the mind of a Buddha

Uh, with limitations, sometimes, you know, ordinary happiness, which doesn't last, sometimes unhappiness, go up and down, and it'll bring us, you know, mental activity, but limited mental activity. So that's what's going on on a basis level. And now we have all these factors, and they work so that we are born again and again, we experience either happiness or unhappiness, either happiness or unhappiness, but if it's purified, these can give rise. These two networks can give rise to, instead of, you know, a rebirth as, a, you know, some sort of limited being with a limited mind and a limited body, it can give rise to body and mind of a Buddha. Но если мы устраним эти препятствия, то мы будем рождаться не обычным ограниченным существом с ограниченным uh, телом и умом, а uh, эти системы, эти uh, факторы природы Будды uh, породят uh, тело и ум Будды. And we have many other, uh, и у нас есть другие аспекты природы Будды. Как я уже упоминал, есть разные способы объяснения этого. У всех у нас есть тело, uh, есть речь, с помощью которой мы взаимодействуем, коммуницируем. И есть ум, благодаря которому мы познаем явления. Uh, uh, like, uh, uh, you know, uh, И у нас есть основные положительные качества, например, сердечность. Мы можем заботиться даже, пусть если мы заботимся только о себе, все равно она проявляется. To avoid и мы uh, можем избегать uh, различных опасностей и страданий. И uh, даже если, опять же, речь идет только о нас самих, тем не менее эти качества сейчас ограничены и в конечном счете могут быть развиты uh, до uh, без, безграничных любви и безграничного сострадания. Not just taking care about you know myself to be happy. Not just taking care of myself to avoid unhappiness, but to take care of everybody to be happy, and everybody to be free of suffering. So that's the infinite love and compassion. Мы, but we have this as a basic uh, ability. Когда мы не только заботимся о том, чтобы самим и избежать страдания, но и, uh, мы стремимся, чтобы ст мы заботимся и о других существах, чтобы они точно так же добились счастья, избежали страданий. И если мы заботимся обо всех, это будет uh, бесконечная любовь и сострадание.

Итак, у нас уже есть все эти различные аспекты, и кроме этого наш ум свободен от невозможных способов существования. Под невозможными способами существования имеется в виду, например, наша неспособность развиваться. Мы остаемся такие, какие мы есть. Uh, и uh, не можем ничего с этим сделать. Но на самом деле мы развиваться можем. So, it's very important aspect here that uh, all these qualities then can be affected. They're affected by causes and conditions. They can grow. The limitations, etc., can be affected by causes and conditions. They can be diminished. They can be eliminated. So, и таким образом все э, эти различные характеристики не существуют невозможными способами, то есть они не существуют изолированно друг от друга каким-то застывшим, неизменным способом. На самом деле каждая из этих качеств или характеристик появляется в результате стечения различных обстоятельств, э, условий, причин.

Uh, эти качества будут функционировать на 100% без ограничений. And all of them would be functioning and working and present simultaneously, the same time. И все они будут присутствовать, все они будут работать, функционировать, функционировать одновременно. So now we want to have a method that is uh, going to enable us to. work with this basis level to reach that resultant level. Метод, uh, работать, uh, тем, того, so that, that basis level, rather than continuing forever in a limited way, will continue forever in, you know, the fully effective, fully efficient, you know, way as a buddha. Для того, Continuum, для того чтобы наша основа бесконечно продолжалась не на этом потенциальном начальном уровне а чтобы она функционировала вечно уже на полностью развитом уровне будды и здесь опять же мы говорим об этих бесконечных потоках тантрах. So what we want instead, as a, uh, not instead but what we want as a method then, To enable us to reach that resultant stage is a type of practice which uses all these basis uh, level factors, uses them simultaneously as a way that is going to help us to achieve that resultant goal. плода нам нужен какой-то метод с помощью которого мы сможем работать со всеми этими факторами которые у нас есть на уровне основы одновременно для того чтобы работая с ними одновременно и развивая их мы в конечном счете достигли цели basis и чтобы этот метод работал эффективно, нам нужно, чтобы он соответствовал тому, что у нас уже есть на уровне основы и тому, к чему мы стремимся на уровне плода. So here we have the pathway practices of tantra. И uh, как раз к этим методам относятся эти практики тантры уровня пути. state, the то есть мы используем эти тантрические практики в качестве пути для того, чтобы достичь уровня плода, то есть состояния Будды. И в этих практиках нам нужно в качестве фундамента использовать то, что не имеет ни начала, ни конца, чтобы это опять же была тантра. And this Various Buddha figures that uh, we work with, uh, so called tantric deities. Uh, when the term deity is used for them, we certainly don't mean that in the sense of a uh, creator god or in the sense of the Hindu or ancient Greek gods. We don't mean that at all. И когда мы используем слово божество, мы не имеем в виду ни Бога Творца, ни uh, божество в том смысле или богов в том смысле, в каком они uh, существуют в индуистской или греческой традициях. But uh, rather the term is a uh, special type of god or a god that is above these ordinary type of gods. Uh, потому что этот термин означает uh, особое божество, то есть божество, которое

для большинства людей означает «бога творца», и uh, я предпочитаю отойти и от слова «божество», uh, поскольку оно также может для многих людей uh, быть сбивающим с толка. Actually, which is used for и термин особое божество ⁇ это uh, то, как это слово переводится uh, на тибетский. Если же взять санскритское слово ⁇ ишта девата ⁇ оно означает божество, которое позволяет нам достичь цели. you know, to go to heaven or to be rich, but to attain enlightenment. Uh, Итак, это форма божества, которую мы используем для того, чтобы достичь нашей цели. И целью uh, у нас здесь uh, не будет uh, попадание в рай или uh, достижение богатства. Наша цель – это просветление. But I think the Tibetans realized that that's, you know, to translate that literally into Tibetan would be quite misunderstood, and so they translated that as a special type of deity.

И почему здесь используется слово «божество»? Потому что оно относится к uh, телу, которое значительно более тонко, которое uh, намного тоньше, uh, чем наше материальное тело. В тибетском используется и другой термин – «идам». And uh, means mind, and dam is short for tamsik, which means uh, a, close bond. So this is a figure that one makes a close connection with a close bond with uh, for our minds in order to reach our desired goal which is enlightenment и uh, в данном случае слог и означает ум а слог дам это сокращение от дам цик которая переводится как близкая связь то есть мы стремимся установить близкую связь или uh,

И uh, эти образы, эти uh, божества, они uh, происходят из uh, традиционной, uh, у, у них тради uh, они имеют индийское происхождение, то есть происходят из uh, индийской культуры, и у них могут быть разнообразные формы, разные цвета, у них может быть множество рук, множество ног. They change from moment to moment What does that mean? It doesn't mean that they are growing older Or getting sick Or grow from a baby to uh, an adult И они изменяются от момента к моменту Но под этим изменением Мы не имеем в виду, что они болеют Или стареют Точно так же они не вырастают Сначала ребенок, потом взрослый But imagining ourselves in this form We can do various things, and you know, times we can be aware of it, times we're not aware of it. So, in that sense, moment to moment, it uh, uh, is, uh, is changing, it's not static. I mean, that we in this form, but we can Это какое-то время мы можем это не осознавать, то есть мы можем uh, заниматься в повседневной жизни разными делами, при этом, и uh, в каждый момент времени uh, вот эта наша визуализация не остается одной и той же, поэтому она uh, не статична. It's in this category of phenomenon called uh so-called static type of non-static phenomenon. It's non-static, you know, moment to moment to moment, but it's eternal, has no beginning and no end и поэтому э, их относят к особой категории э, неизменные явления в ну, неизменные явления среди изменяющихся явлений. И здесь имеется в виду, что они, с одной стороны, э, изменяются, потому что они от момента к моменту могут быть разными, э, но при этом они существуют э, вечно, и поэтому они не изменяются. In other words, in form, And didn't have to grow up, didn't have to go to school, doesn't get old, etc. So it is always available in the same form forever for us to be able to use as uh, an object in our meditation. In other words, it's... So, in that sense, it forms a tantra, an everlasting stream. И другими словами, это уже определенная форма, она не взрослеет, ей не нужно ходить в школу, она не стареет, она все время остается одной и той же, и поэтому мы можем использовать ее в своей практике, вот эту одну и ту же форму, и таким образом она будет тантрой, поскольку она одна и та же вечна. was uh, a woman I mean in a particular lifetime she was a woman and she uh, uh, vowed to reach enlightenment in a female form in order to encourage women to achieve enlightenment so there was a, a being known as Tara but the actual Buddha form Buddha figure Tara is just in a sense modeled on that основе <laughs> прошлом, персонажей или людей, например, Тара в прошлом была человеком, она приняла обед, достичь просветления в женском теле, но именно сам медитативный образ, который мы используем, образ Тары, это уже не реальное существо, это просто образ, который создан на основе жившего в прошлом существа. So, what we want to do in our practice... Is instead of this network of positive force giving rise to an ordinary type of a body in a rebirth, to have it give rise to ourselves in the form of a Buddha figure, Tara, or Manjushri. And our goal in this practice, instead of our system of positive force producing an ordinary body and an ordinary rebirth. Вместо этого мы стремимся uh, направить uh, эту систему на то, чтобы она uh, порождала uh, форму Будды, то есть, например, Манджушири или Тары. И мы хотим, чтобы uh, наша система глубокого осознавания uh, порождала не просто, наши uh, не просто наш ограниченный ум с ограниченной возможностью познавать, uh, а вместо этого uh, ум Будды с безграничными способностями. West, heart, to understand, to know things, as well as и мы стремимся к тому, чтобы этот ум был наделен uh, полностью uh, всеми uh, качествами. И мы на Западе разделяем здесь uh, на качество ума, то есть способность познавать неограниченно. Uh, и uh, мы на, на Западе выделяем uh, не только ум, но и выделяем сердце, когда, например, говорим о таких качествах, как, как любовь и сострадание. Здесь все они объединены и относятся к уму. И мы хотим, чтобы наша речь точно так же была uh, не ограничена, вместо того, чтобы обладать способностью общаться, вступать в uh, коммуникацию uh, на нашем обыденном ограниченном уровне, мы стремимся к тому, чтобы мы могли uh, общаться с uh, всеми uh, существами безгранично. И мы стремимся uh, к тому, чтобы действовать так, как действует Будда, то есть приносить всем пользу. And actually, the way that a Buddha uh, is able to benefit others is by what's known as an enlightening influence. In other words, effortlessly, a Buddha doesn't have to actually do anything. Just by this positive influence of a Buddha, it stimulates others to be able to. Growing, to develop in a positive way. И каким образом Будда помогает другим благодаря так, называ так называемому просветляющему влиянию? Будде не нужно прилагать усилия для того, чтобы помогать другим. Вместо этого он влияет на других таким образом, что они устремляются к развитию своих качеств. Если, конечно, другие они должны быть к влиянию. При этом другие должны быть восприимчивы к этому просветляющему влиянию Будды. Now, since on the resultant level we want to have all these aspects simultaneously, on the resultant level we do have them all simultaneously, and on a basis level actually we also have them simultaneously. They're all there, present. И мы стремимся к тому, чтобы на уровне плода достичь всех этих качеств в, в полной степени одновременно. И, то есть, на уровне, другими словами, на уровне плода они уже все существуют одновременно. И точно так же они существуют одновременно и на уровне основы. So, in terms of our pathway tantra, you know, our, our practice, we want to be also able to practice all these different aspects simultaneously. And this is what we do in tantra. Поэтому... practice. Поэтому и на уровне основы нам нужно работать с этими факторами одновременно. И именно этим мы и занимаемся в тантрической практике. Все разные аспекты, которые Develop on the sutra level practice. И uh, здесь как раз важна uh, эта аналогия с ткацким станком, uh, где натягиваются нити, а потом uh, к этим нитям приплетаются, в них вплетаются другие. Точно так же и мы, uh, занимаясь тантрической практикой, представляя все эти многочисленные uh, лица, руки, ноги, мы... Uh, мы в них вплитаем в на эти образы нанизываем те многочисленные качества, которые мы до этого развиваем в практике сутра. So all these arms and legs and faces and all the things that they're holding repres and the colors represent various aspects of uh these qualities, various aspects of uh the practices to uh attain these qualities and so on. И руки, ноги, лица, а также цвет uh, этих медитативных образов Будд. Uh, он uh, все все это соответствует uh, тем или иным качествам или практикам. Причем uh, все эти uh, различные атрибуты могут иметь несколько уровней смысла. And so we imagine To start with, you work with the imagination. So we imagine that uh, we have the body of one of these figures, and we uh, keep in you know in our mindfulness all the things that our arms and legs and faces represent, uh, not just to remember a list, but to actually generate uh, what they represent. представляем себя в форме Удерживаем в уме все различные uh, качества, которые представляют uh, те или иные аспекты uh, этой формы, и мы не только uh, удерживаем в уме список, перечень этих качеств, но еще и мы uh, эти качества порождаем, то есть мы реально что-то чувствуем. So have these aspects of body, aspects of mind, these good qualities, and at the same time our speeches saying mantras. Able to understand them. мы работаем с телом, с умом различными качествами нашего ума и точно так же с нашей речью. А именно мы читаем мантру и представляем, что uh, наша речь становится uh, совершенной. То есть все другие существа способны. Uh, and we have Buddha activity going on as well, this enlightening influence. At the same time, we imagine that we are emitting uh, uh, lights that uh, go out to uh, everybody and uh, relieve all their problems, bring them all good qualities, make <coughs> offerings, etc. Uh, all of that while well, we are there as a Buddha. As a Buddha figure, without having to actually get up and go and, uh, uh, what should we say, um, more physically help them. Just by our presence, by these lights going out, helps them, influences them in a positive way so that they overcome their problems. И также у нас есть деятельность или активность. Мы представляем, что из нас исходят многочисленные лучи света, и они устраняют препятствия всех существ, приносят им различные качества. И таким образом мы помогаем им, не делая каких-то таких внешних действий, а просто выполняя эту визуализацию, мы приносим им пользу. Это называется просветляющим влиянием. So we're doing that all... Simultaneously at the same time, in Tantra practice And in this way, this acts as a cause, a path, as it were, to achieve you know the real thing, when it functions uh, when all these aspects are able to function fully as the qualities and aspects of an enlightened Buddha. И таким образом эта практика создает причину, причины для того, чтобы все эти качества у нас по-настоящему уже работали полноценно на уровне плода, то есть в состоянии полностью просветленного Будды. Или можно сказать, что эта практика является путем к этому состоянию. And what we saw was on a basis level, when We have these limitations of our unawareness, our confusion about reality, and the disturbing emotions. Then uh, what happens that uh, it activates these karmic potentials, and we get a rebirth with more suffering, more confusion, more. Uh, impulsive karmic, uh, behavior, more limitations. Uh, и из-за того что у нас возникают беспокоящие эмоции активируются кармические потенциалы uh, которые приводят нас к новым перерождениям, где у нас снова uh, возникает весь этот процесс у нас возникает все больше uh, беспокоящих эмоций и все больше ограничений so what, uh, is very in practice is that uh, in order to Uh, bring about, you know, a resultant level of a Buddha from these networks that uh, we start on the basis of the understanding of voidness. И очень важно для того, чтобы uh, добиться плода, состояния Будды, uh, начиная с основы, uh, важно обладать пониманием пустотности. Voidness uh, means an absence, something is absent, never was there. Под пустотностью мы понимаем отсутствие, то есть нечто отсутствует. Этого никогда не было. In an, in a way that's Наш ум создает проекции того, как существуют явления. Другими словами, он создает многочисленные Like for instance, just a simple example—not so simple that uh, we all pollute the environment. So our mind just makes it what, is it. what does it? appear like? It just appears as though we're doing something. You know, we're smoking. We're you know producing smoke, you know, from cars or whatever. It appears to just be there by itself. Например, загрязнение окружающей среды. Мы можем uh, курить или uh, наши машины uh, выбрасывают врез... вредные uh, вещества в атмосферу. И когда мы uh, об этом думаем, нам кажется, что просто это происходит. И в этот момент uh, мы не, не рассматриваем, какие последствия этих действий. And, uh, so the appearance то есть складывается такое впечатление, складывается видимость, что мы можем что-то сделать, и у этого не будет никаких последствий. Но на самом деле это не соответствует действительности, не так ли? So what is absent is an actual referent of this appearance that actually exists in a way that would correspond to what appears. Другими словами, что у нас отсутствует? У нас отсутствует объект, к которому действительно относилась бы эта видимость. То есть мы видим что-то, нам кажется что-то, но на самом деле эта видимость не относится ни к чему реальному. In, other words, in reality, doing things, polluting the environment, that has no effect. Well, that doesn't exist. So there's nothing in reality that corresponds to this deceptive appearance that our minds make appear. Uh, Итак, кажется, uh, кажется, мы, uh, среду, вот we have limited hardware. You know, this type of brain, this type of body. Но способности нашего тела, наших органов чувств ограничены. То есть uh, тот uh, набор uh, способностей, возможностей, uh, если мы сравним с компьютером, наше железо, которым мы обладаем, оно сейчас ограничено.

в котором у нас снова есть ограниченное тело и ограниченный ум. And more and that never lasts and never и опять у нас появляется несчастье и опять обыденное счастье, которое не длится долго и не удовлетворяет нас полностью. Так so,

То есть нам важно понимать, что все факторы нашей природы Будды не существуют невозможным образом, что не существуют невозможным образом наши uh, образы, медитативные образы, с которыми мы работаем, и сами Будды точно так же не существуют невозможным образом. And With that understanding, free of disturbing emotions, free of this uh, uh, you know, ignorance or unawareness, at least to some level that we have it, then we could imagine that these Buddha nature factors give rise to these pure purer forms, these Buddha figure forms, rather than giving rise to a limited body and mind of a rebirth. to то исходя из этого состояния мы действительно можем uh, визуализировать, представлять, что uh, наши факторы природы Будды производят не обыденное тело, которое снова и снова перерождается в сансаре, а чистые образы uh, просветленных тела и uh, тела речи и ума. Avoidness, you know that none of this exists in an impossible way. Everything is interrelated, cause and effect, etc. Even just with our imagination, you know, at some level of conceptual understanding that we have, that will act eventually as a cause, getting deeper and deeper and deeper, for actually being able to really make that uh, pure transformation, so that we get the resultant state of a Buddha. И даже если у нас сейчас есть хотя бы некоторое концептуальное понимание отсутствия невозможных способов существования понимание того, что все явления взаимосвязаны, тогда занимаясь этой практикой постепенно мы достигнем состояния, когда действительно эти постижения будут полноценными. So if we really want to make our tantra practice more effective, Поэтому, если мы хотим сделать uh, нашу тантрическую практику наиболее действенной, and why? нам нужно быть знакомыми с uh, теорией тантры, нам нужно знать, что мы делаем и зачем. И обладать uh, хотя бы... Uh, общим пониманием того, как это работает, как это должно работать и uh, как это будет работать. Такого общего введения. And uh, we'll continue with uh, some uh, description of the uh, uh, various parts of uh, the type of t tantra practice that most of us are engaged in, if we are actually practicing tantra, which would be practice of a sadhana. Uh, далее мы рассмотрим различные стадии uh, тех практик, которыми многие из нас, возможно, занимаются на пути тантры, а именно различные uh, стадии практики uh, садханы. Садхана – это санскрит слово, и это означает метод для реализации себя как одного из буддистских фигур. Метод для реализации – это буквальное значение. Садхана ⁇ это санскритское слово, которое означает метод, благодаря которому мы делаем состояние Будды подлинным, то есть метод, благодаря которому мы буквально актуализируем себя в состоянии Будды, делаем это состояние актуальным. Мы рассмотрим различные части Садханы и... Обсудим, как сделать uh, практику этих частей садханы наиболее эффективной. So, what might you have? Uh, какие у вас есть вопросы? Uh, we are speaking about impossible ways of existing of uh, phenomena. If we are speaking about uh, impossible ways, and we deny it, we say there is no such thing. Uh, there is uh, some way in uh, which uh, phenomena exist, right? Well, yes. What? Well. Вопрос в том, что если мы отрицаем невозможные способы, то значит есть какие-то возможные способы существования вещей. И ответ ⁇ да, безусловно, вещи и явления существуют.

Uh, мы задаемся вопросом, откуда мы знаем, что uh, объект существует. И есть разные точки зрения на то, что доказывает существование тех или иных явлений.

То uh, uh, есть, uh, нам может казаться, что явление существует uh, вот uh, таким uh, определенным образом, и есть нечто, что доказывает, что да, явление существует именно таким образом. For example, things exist truly. Например, явление существует на самом деле самодостаточно, или со своей собственной стороны объективно, то есть вот они перед нами так, как мы их видим. And what that, or that, is that function. И uh, как доказать, что это так? Uh, потому что они функционируют, работают. Right. This table exists, you know, right there on its own. Например, вот этот стол, как доказать, что он существует именно таким образом, как я его вижу? Если он работает, функционирует, то есть я могу на него поставить стакан, и этот стол будет опорой для этого стакана, стакан не провалится, значит, стол функционирует, значит, он существует. Well, да, никто не отрицает, что стол функционирует, он действительно удерживает этот стакан. Но доказывает ли это, что этот стол существует uh, как стол самодостаточно со своей собственной стороны? Truly as a table. Вот именно на самом деле как стол. Well, this is what's impossible. И именно это невозможно. Uh, even it does Даже несмотря на то, что он функционирует. Я могу на него сесть, тогда он будет стулом. I can burn it, it's firewood. Я могу его сжечь, тогда он будет дровами. Если я термит, я могу его это если я термит или какой-нибудь насекомое, я могу его съесть, он будет для меня едой. You know, uh, uh, знаете, да, вот этих uh, маленьких насекомых, которые питаются древесиной. table, and it is from its own side a table, and nothing else то, uh, что этот, uh, на этот стол можно поставить стакан, не означает, что этот стол существует со своей собственной стороны именно как стол. So when we say impossible way of existing, it's a little bit more complex here. Yeah. You know, refuting an impossible way of existing is a little bit more complex. It has to do with the way that something exists and what establishes or what proves it. То есть, когда мы отрицаем невозможный способ существования, это э, довольно сложная операция, потому что у нас есть некий способ существования и нечто, чтобы доказывало, что явление существует именно так. То, что этот стол функционирует, не означает, что он существует установленным образом как стол самодостаточно. Then it gets very, very subtle and very complicated very quickly. уровне уровне быстро объяснить. It can function as a chair for somebody that uses it a chair. It can function as food for something that can eat it. It can function as firewood for something, someone who burns it. So is it all of these or is it none of these? What is it? Uh, Для того, кто может на него сесть, он будет стулом. Для того, кто может его uh, съесть, он будет пищей. Uh, для того, кто его сожжет, он будет uh, топливом. Соответственно, встает вопрос uh, он существует как все эти явления, или как ни одно из этих явлений. So. There are many, many different levels of uh, understanding of voidness, of what's impossible. It can function as, as I said, table, cha uh, chair, uh, food, firewood. Could it function as a dog? Well, no, it can't function as a dog. So, What, what can it function as, and what can't it function as, and why? <laughs> uh, он может функционировать как стол, как стул, как пища, как uh, uh, топливо, uh, но может ли он функционировать как собака? Uh, нет. То есть получается, что он uh, так вот может функционировать, так нет, и uh, встает вопрос, почему? Yeah. Это все перечисленные невозможные способы существования. Uh, стол, стул... And uh, all that you mentioned, a uh, table, chair, food, and uh, firewood, firewood, right? all of these are impossible of ways.: No, those exist. are possible. Those are possible, but what's impossible is that it exists from its side as these things, independently of, what should we say? Um, how one labels it and uses it? In other words, there's something inside it that makes it table, chair, firewood, etc. And there isn't anything inside it that makes it dog. Uh, это возможные способы существования, а uh, что невозможно, невозможно, что этот объект является uh, столом или стулом или uh, дровами uh, самодостаточно со своей собственной стороны, то есть независимо от uh, того, кто его так или иначе использует. That, uh, I can, that allows me to be able to use it as only certain things, but not other things. But one has to think very deeply about that. <laughs> yeah, but nobody is denying that it can't be used as these things, as what is possible. Но никто не отрицает, что мы можем его таким образом использовать, во всяком случае, использовать его возможным способом. What does the... What's the Russian word for table? Стол. Стол. Does this exist as a table or does it exist as a stole? What is it? Этот объект существует как стол или как тейбл? Что же это? Yeah, so one gets into these sort of questions. Uh, у нас возникают подобные вопросы. What allows you to call it a table and a, a stall, but doesn't allow you to call it correctly a dog? <laughs> почему мы можем этот объект назвать table или стол, uh, но почему мы не можем назвать его uh, правильно, собакой? What if a group of people decided that uh, in our language we're going to call it dog? Maybe in some African language it's called dog. What well, does dog mean? What language то есть почему-то некая группа людей uh, в нашем языке назвала это объект столом а в каком-то языке может быть где-нибудь Афри... в африке этот объект называют собакой и почему <laughs> это именно так это очень интересный вопрос Да. Yeah. Просто говорит, то. в данном случае э, говорим ли мы о столе как артефакте, то есть как о чем-то, что проявляется только в системе нашего взаимоотношения с миром. Одна позиция. И можно ли говорить о столе вообще без понимания его как объекта, на который мы смотрим? Тогда что это, если убрать его из системы человеческого отношения? Uh, is it possible to uh, speak about table uh, not in terms uh, of our relationship uh, with uh, the world uh, uh, so if we will uh, can, can we speak about it without the subject uh, who is who is perceiving it what uh, will be if we uh, remove the subject if we remove the subject you can't talk about it Если воспринимающего не будет, то да, мы о нем говорить не можем. So there's no analysis of it, there's no knowing of it, no discussion of it without a subject. не можем знать его, обсуждать его, анализировать без того, кто его познает. If nobody's in this room, maybe this becomes the interesting question, if nobody's in this room and you don't have a spy camera or something like that working, is there a table in the room? И это очень интересный вопрос. Если в комнате никого нет и нет никаких камер, которые бы uh, этот стол снимали, то есть ли здесь стол? How do you establish that there's a table? In a room? Как доказать, что в, этом, uh, в этой комнате есть стол? You can only establish что there's a table in the room in relation to a subject, a mind that perceives it. There's no way of establishing it separately, independently, from a perception of it or thinking of it, or, or a name for it or something like that. Мы можем uh, говорить об этом объекте, мы можем установить его существование uh, только если есть тот, кто его познает. И без uh, этого познающего, uh, без uh, восприятия, без uh, обозначения стол, uh, без познания мы не можем говорить uh, об uh, этом объекте. То есть в конечном счете без ума, который познает. И как раз в этом-то и вопрос, каким образом установить, что тот или иной объект существует. И с буддийской точки зрения мы не можем установить существование того или иного объекта отдельно от нашего ума, но это не значит, что все только в нашей голове существует. Потому что когда мы выходим за рамки нашего индивидуального ума, и тогда мы говорим о том большом уме Будды, который существует, и тогда через него мы можем говорить о существовании любого предмета. But if we uh, will go beyond the uh, um, frames of uh, our individual mind and we will speak in terms of uh, the global universal mind of a Buddha, then from the point of view of this uh, mind of the Buddha, we can speak about this uh, object. We can, but that's in relation to a mind. Uh, да, но точ, то, только с точки зрения нашего ума. Значит ли это, что во время медитации, все более и более принимая тонкие или широкие формы ума, то есть стремясь к максимальному расширению, мы опознаем а, объекты все больше? Uh, does it mean uh, that uh, while we are going through the meditation path uh, and uh, we are achieving more and more uh, subtle levels of mind uh, and our goal is uh, the mind of the buddha, uh, does it mean that uh, we perceive objects on more and more subtle level? in a more pure level, we would say yes. Uh, да, мы можем сказать на более чистом уровне. Both in terms of uh, how they appear, you know, what they appear to, you know, the form in which they appear, their appearance, and how they appear to exist. Both и, ways. Uh, в и, обоими способами на обоих уровнях. И uh, когда мы говорим о том, как этот объект перед нами появляется, uh, как мы его видим и как он существует на самом деле. I'll just use a gross example. This is not uh, really, uh, you know, exact analogy. Uh, я приведу пример. Это не абсолютно полная аналогия. One can see you in terms of, you know, your physical body. One could also perceive you in terms of your energy, for example. Uh, -huh. uh вас можно воспринимать как физическое тело или как определенная энергия. Uh -huh. Как пример. Ну при этом тот воспринимает меня как энергию, он включает в себя уже восприятие как физическое тело, а когда я смотрю на физическое тело и не вижу тонкого, я ограничен только этим. То есть, да, из тонкого тела я вижу два и одно и второе включают. Uh, if I am on the level when I see uh, energy subtle body, then at the same time I see physical body, right? But if I can see only physical body. Uh, it means uh, that from that level if I'm limited then I can't perceive the second level uh, the subtle level body, right correct uh, so and the uh, subtle the subtler uh, my level of perception is uh, the more uh, mm, su the subtler my uh, mm, so, so the, the, the subtler my uh, level of consciousness is, uh, the subtler my perception, right? So, my way of how I perceive objects. I... Yeah, I mean, it's a little bit more complicated than that, of course. Mm -hmm. uh, because uh, what we want to uh, get rid of is the uh, appearance of things existing in an impossible way.

И этим у был второй вопрос связан. Насколько форма идама культурно обусловлена? Или она является архетипичной для практики из любой страны? с этим. Получается ли форма идама культурно определенной, или для практиканта из любого страны же? From the point of view of Buddhism, they would say that uh, it is the same for, regardless of which culture we come from, uh, although these uh, forms arose within Indian culture.: С точки зрения, мы можем применять эти образы в любой культуре, хотя действительно возникли они в индийской культуре.: The question really has to be asked is, uh, why would you change it? Uh, and what would you change it to? the uh, Some people say, well, couldn't we visualize, you know, um, the Virgin Mary and Jesus Christ and these sort of figures, but actually the Christians would be highly offended if we did that. спрашивать, можно ли представлять вместо этого Деву Марию или Иисуса Христа, но на самом деле, если мы будем так делать, ведь это очень сильно обидит христиан. Should Indian and Tibetan Christians, you know, have Buddha on a cross? I mean, it's just as offensive. Uh, точно так же uh, христиане в uh, Тибете, в Индии или тибетского, индийского происхождения uh, должны ли они представлять Будду распятого на кресте, то есть uh... And so what are we going to imagine? То uh, I mean, uh, есть какую форму <laughs> мы хотим использовать, что мы хотим визуализировать Микки Мауса? so although these four figures might be alien to us they're alien to indians and tibetans as well you don't find people walking around with three faces and six arms and you know many different colors so it's, it's strange to them as well и мы можем сказать что эти образы довольно необычными Жители Индии или Тибета они тоже, в общем, довольно необычные, потому что на улицах не ходят люди с множеством голов или рук разных цветов. Но тем не менее, тибетцы, китайцы, японцы их используют, и а, почему бы нам их не использовать? Я спрашиваю, это потому что в последнее время особенно в латинской америке очень много появилось и дамов, которые во время медитации приходят к практикам и у них появляются другие культурные формы совершенно другое количество там рук ног потом вдруг с лицом тары добавляется дополнительно, там лицо орла и они это сейчас официально как бы включают как разрешение во время медитации uh, because in uh, I because in Latin american countries. Uh, there are some practitioners uh, who uh, have visions, who see these uh, uh, forms of edams, but in a different way. For instance, Tara. But at the same time, this Tara is uh, with uh, the extra uh, head of an eagle. And people who are of control there, they officially adopt these forms and say this, these forms are okay? Well, the thing is that... Uh uh, each of these uh, various figures can appear in many, many different uh, forms. том uh, So we take Avalokiteshvara, that's uh, Chenrezig in Tibetan. It can be with uh, um, white. There are red forms as well.

When the practices become too overly popularized, so that people trivialize them, then other forms will be revealed, you know, either in vision or some buried treasure text or something like that. всех этих может. Uh, множество различных форм и uh, если практику начинают упрощать, то uh, с целью ее сохранения раскрывают uh, новые формы, например, это может делать с помощью раскрытий uh, текстов сокровищ и, и другими способами. So uh, having a, an eagle head or something like that, that's not so unusual. I mean, there are forms of uh, uh, vajrapani, for example. That has a horse's neck and a garuda, which is a type of eagle, as a part of it. So there's nothing, you know, terribly special about, uh, you know, what you describe in Latin America. It could be. И подобные виды изменений, которые вы описываете, делают в Латинской Америке. Они не являются чем-то особенным. Например, есть форма в Аргентине с шеей. Uh, with neck with a, a it has a, a horse's uh, head and a garuda horses. on top of it, an eagle. Uh, uh, нее, combination high в жарапани хайегрива It's called. У этой формы в жарапани над головой лош над его головой лошадиная голова и также гаруда птица напоминающая орла. Это вот как раз форма в с хайегривой. В жарапаних хайегрива гаруда. So an eagle would be called a garuda in India. In India, uh, but the point is that uh, uh, if there is another figure, another form that has been revealed of one of these uh, Buddha figures, then, you know, people doing the practice based on this form need to be able to achieve the results. You know, its, it, it's effectiveness, its validity is determined in terms of whether it works or not. И что очень важно, будет эта практика эффективной или нет, зависит от того, можно ли, практикуя этот новый, открытый, заново открытый новый образ, практикуя его, достичь результата или нет. То есть все зависит от этого. It's not just a of some crazy То есть это не должно быть галлюцинацией какого-нибудь сумасшедшего шизофренического человека. Если человек э, визуализирует э, себя в, в образе божества, не имея глубокого понимания пустотности, то есть в чем будет разница э, с тем, кто имеет это понимание? То есть в, в чем, по-другому это сработает как-то или в чем разница? Uh, if a practitioner uh, visualizes uh, himself or herself as a, a deity, but uh, does not uh, have uh, the understanding of voidness. Uh, so will there be some difference uh, in comparison with the person who, have, who has this understanding? oh, definitely. i mean, this is what we'll be speaking about on the weekend. Uh, without the understanding of voidness, to think that you actually are tara or chenrezi or whatever, is no different from a crazy person thinking that they are Napoleon or, Cleopatra or, we we or, or form, Napoleon, Cleopatra. or Mickey Mouse. and So it can lead very easily to schizophrenia, you know, imagining all sorts of weird things totally out of touch with uh, practical reality. И это может привести к шизофрении, когда uh, у uh, человека появляются различные безумные идеи, uh, и он теряет связь с реальностью. Well. Поскольку нам точно так же важно uh, понимать и пустотность этих образов uh, Будд. And, as it says in the text, if uh, one visualizes oneself in these forms, without the of voidness, without bodhicitta, just acts as a и, как говорится в текстах, если мы визуализируем себя в виде божества, но у нас нет понимания пустотности и нет бадхичиты, это приведет к перерождению в мире призраков или голодных духов. В форме этого божества. И это как раз то, что мы uh, будем обсуждать в последующие дни. Mm. Last question. Uh, when we are speaking about understanding of voidness, uh, are we speaking about our uh, conceptual uh, or intellectual understanding of voidness or about uh, the experience? Well, conceptual understanding is an experience, so uh, we have to be a little bit uh, careful with our terminology here.

Conceptual and -conceptual the difference between those two is not the difference between intellectual and intuitive that's a different way of uh, you know dividing experience that's a western way of dividing it that's not what's being referred to by conceptual and non-conceptual in buddhism Это не то же самое, что мы в западных традициях называем интеллектуальным и интуитивным. Если мы посмотрим на буддийские определения, то они будут другие, они не будут совпадать с этим пониманием. Is perceiving it through a category of voidness, through the general category of voidness. Uh, и под концептуальным uh, пониманием имеется в виду восприятие uh, того или иного объекта, в данном случае пустотности с помощью категории.

И это может быть очень глубокое переживание, но по-прежнему это переживание пустотности будет оставаться в рамках этой категории. Uh, причем не обязательно мы будем думать про себя словами. Сейчас я медитирую на пустотности. То есть uh, если оно uh, концептуальное, это uh, не значит, что у нас обязательно есть какие-то слова. Non-conceptual is it not Неконцептуально означает, что мы воспринимаем объект без категории, не смешивая его с категорией. So it's the individual, this particular experience. Это вот именно это конкретное определенное данное переживание. И здесь очень тонкий момент. При этом мы знаем, что это пустотность, но мы не смешиваем ее с категорией пустотность. Very, very И it's... это очень тонкий момент, потому что дело не в том, думаем мы при этом слово пустотность или нет. Здесь речь идет о другом. Voidness, Даже если мы про себя не думаем пустотность, тем не менее категория по-прежнему может присутствовать. Think of it, uh, with a simpler example. Мы можем привести простой пример. Dog. Собака. Many many different types of dogs. They all look very very different. Есть много разных пород собак, все они выглядят по-разному. So you look at this animal, and I could think dog. I could even have, you know, the word going on in my mind. И мы можем смотреть на какую-нибудь собаку. И мы можем при этом думать собака, у нас в голове может прокручиваться uh, слово собака. Но даже если мы не думаем собака, мы тем не менее видим uh, это животное как собаку. So I'm it with, you know, the dog. То есть я соотношу ее с категорией собака. Now,

значит ли это, что мы одновременно развиваем в себе и неконцептуальное восприятие, оно может быть все более и более тонким, и концептуальное объяснение мира, они идут одновременно. Uh, does it mean that we at the same time are working with our non-conceptual understanding of reality and it is uh, becoming more and more subtle and we are also working and we are developing our conceptual description of the world? well, most of the time, our non-conceptual cognition is happening just for a tiny instant. almost instantly it becomes, conceptual. And almost immediately it becomes conceptual. i mean, i look at all these colored, what am i seeing? i'm seeing colored shapes. Uh, я смотрю вокруг себя, я вижу uh, множество разных цветных форм. And, okay, I'm seeing objects as well. И также я вижу и объекты. Now, I know that, you know, all these colored shapes in front of me are, are people. И я знаю, что все эти цветные формы, которые меня окружают, это люди. Am I thinking people? No. I mean, I'm certainly not verbalizing people when I look at you, but I know that you're people.

с которой я вас соотношу или смешиваю в некотором смысле. Well, there are есть определенная <laughs> связь с этой категорией люди. То есть, когда я uh, с вами разговариваю, я знаю, что вы меня понимаете. Я не просто говорю это изображением, картинкам людей. Now. Я думаю, что наиболее близкое понятие, которое у нас есть на Западе, это идея или представление. У меня есть определенная идея о том, что uh, это за человек. И это будет концептуально. Is it a preconception? Usually... When we say preconception, it, it has some sort of judgmental aspect to it. Будет ли это преубеждением? Uh, как правило, когда мы говорим «предубеждение», у этого есть uh, коннотация uh, суждения. мы выносим суждение. I have a preconception that you're going to like me or that you're not going to like me. So that's not, you know, the idea that people can understand if you talk to them. И у меня есть предуб... предубеждение... it's not an idea. a preconception is not necessarily the same as an idea. an idea of what a person is. Uh, a person has to, you know, sitting here, they might be uncomfortable, they might have to catch a bus, they have to catch the metro, they might need to go to the toilet. i mean, there's, there's many things. То like like uh, есть, когда мы говорим uh, предубеждения, мы, как правило, uh, имеем в виду, uh, например, uh, понравлюсь я другим или нет, то есть, uh, такие уже окрашенные Uh, вопросы, в то время как, когда мы просто говорим идея, то это может быть все что угодно, в том числе нейтрально, например, если я знаю про человека, что он опаздывает на автобус, или я вижу, как он сидит, удобно или неудобно, uh, такие более нейтральные uh, идеи о uh, человеке. But if I perceive you through the idea of people, somehow there's a little bit of distance. You know, something is, is mixed with just the bare perception of you. И если я воспринимаю вас а, через идею, что вы люди, то здесь уже есть а, некоторая такая дистанция, то есть а, к обнаженному а, или чистому, можно сказать, восприятию вас а, добавляется уже вот эта категория люди. Если я воспринимаю вас не концептуально, означает ли это, что я не знаю, какие вы люди? У меня нет никаких о вас знаний, никакого понимания. Нет, это не имеется в виду. Uh, на самом деле у меня uh, есть понимание, я знаю, что uh, это люди, и поэтому у них могут болеть ноги или они могут хотеть в туалет, но при этом uh, это не смешивается uh, с uh, этой категорией, когда мы видим их как людей, через категорию людей. Well, something like that. вот так. But, as I say, it has to do with categories, actually. Category of people. То есть, говоря, в целом речь идет о категориях, например, о категории люди. And items into a uh, и о, о каждом конкретном индивиде, о каждом определенном человеке, которого мы о, относим к той или иной категории. As opposed to just the individual items. Uh, в противоположность того, когда мы просто воспринимаем этих индивидуальных личностей или индивидуальные объекты. Very, very subtle. Это очень тонкое различие, которое очень сложно распознать в нашей медитации. Обычно знаком того, что мы uh, распознаем, обычно uh, это можно обнаружить в зависимости от того, насколько ясно мы видим объект. It's mixed with the category, not so vivid. A little bit. It's, it's said it's veiled, slightly veiled. Если uh, объект uh, be be But because of our, uh, <coughs> what should I say? Usually, when we're awake, this non-conceptual uh, sense perception. Is so tiny a fraction that uh, we can't really recognize it. The time when we could recognize it is in dreams. Dreams are non conceptual. What you see and hear in dreams are non conceptual. You could think in a dream, that's conceptual, of course, but uh, the dream image is much more vivid. познание с помощью органов чувств длится всего лишь микроскопическую, один микроскопический момент. А вот, например, в сновидении, где все, что мы видим и слышим, мы воспринимаем не концептуально, хотя если мы просто вспомним или подумаем о сновидении, это будет концептуальная операция, но в сновидении, как раз непосредственно, когда мы спим, это будет более яркое, это будет не концептуальное познание. But usually our mindfulness in the dream is very, very small, and we don't even remember them. Но наше пометование или внимательность во сне настолько незначительное, что мы себя не помним. Здесь мы разделяем тонкий сон со сновидениями и сон без сновидений. Потому что, насколько я знаю из литературы, тоже библейской, во сне со сновидениями уже присутствует концепция. И наблюдение за этим тоже является частью практики. And here we probably should divide a dream state into dreams with into dream with when we see images. How to say dreaming, right? And deep deep sleeping without dreaming. Right. We're referring to the arising of not just visual images, but sounds, smells, physical sensations. Can imagine eating in a dream? о звуках или ощущениях вкуса и запаха мы например можем во сне есть and the problem is that uh, as far as I know from Buddhist point of view when we speaking about uh, when we sleep and see dreams uh, this is uh, also conceptual we uh, when we when we see dreams mm -hmm. not in a deep sleep when we don't see any dreams when we see dreams as far as I know it is conceptual not necessarily no it's not You, could, you, you do have conceptual cognition in dreams definitely we yeah. think yeah. you can plan you could you know talk in your dreams and, and stuff like that but we're talking about the actual uh, seeing of a vision in a dream that's non-conceptual нет не обязательно хотя действительно у нас могут присутствовать во сне концепции например мы можем разговаривать мы можем планировать думать но все что мы воспринимаем органами чувств картины и так далее это мы воспринимаем не концептуально и это сильно от, 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 это другое качество чем когда мы видим вещи нашими физическими глазами

Thank you. Thank you.